Дорогие друзья, с 24 по 30 мая проходит предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов в Государственную Думу. Я тоже участвую в этих выборах. Я это делаю впервые. Раньше я считал себя далеким от политики. Но теперь, когда я человек команды губернатора, я не могу оставаться в стороне. Жизнь моего региона – это и моя жизнь. Голосование проходит на сайте. Учитывая мою занятость, онлайн-формат – это самый удобный формат. Самое главное – что я могу изучить историю каждого кандидата, понять его ценность. Приятно, что в числе участников много опытных политиков и специалистов из разных сфер деятельности, но много и новых имен. Вы видите, процедура занимает всего лишь несколько минут. Я отдал свой голос за кандидата, которого считаю достойным. Друзья, Иркутская область – это наш родной дом, территория наших смыслов. Смыслов работать, жить и воспитывать здесь детей. У нас появился очередной шанс сделать жизнь лучше. Выбор всегда есть. Выбор за вами.